Наконец-то пошел долгожданный дождик. Сейчас хоть немножко, может, полегче станет. То уже сколько, блин, это жара. Даже дышать нечем уже дома, блин. Надоело. 17 сегодня июля. 2 недели уже стоит за 30-ку, блин. Такого что-то я не припомню. Главное, жарит и жарит, ни дождей, нифига, блин. Сейчас тоже так, не особо. Погремело, что-то тучка набежала. 10 капель, как говорится, капнуло. Ну, хоть ветерок немножко, хоть обдует. Проветрить можно чуть-чуть квартиру, блин. А так все равно плоховато. Блин. Ну ничего, сказали, потерпеть осталось до следующей недели, до понедельника. Там похолодает.